Юлия идет на избирательный участок со своими младшими дочками. А еще с ними в компании медвежонок и чебурашка. И на всех ленточки с российским триколором. Не просто так. Каждый, кто голосует, делает выбор в пользу нашей страны. И это ответственный выбор, потому что мы выбираем человека, который достоин вести дальше нашу страну. А вы представляете, какая ответственность у главы государства? И это уже не просто маленький какой-то субъект, а это целая страна, огромная, большая. У нас многонациональная страна, у нас огромнейшая территория. И не каждый способен, и не каждому дано управлять, и двигать, и быть главой государства. Семья Сташовых на выборы всегда ходит полным составом, вместе с детьми. Показать на собственном примере этот день нельзя пропускать. Старшая дочка с папой придут голосовать во второй половине дня. Всегда, потому что из самого рождения им было, может быть, месяц-два каждый. Мы многодетная семья, и со всеми тремя дочками мы всегда приходим на выборы. Аухтинцы в первый день выборов поспешили отдать голос за своего кандидата даже до начала рабочего дня. На избирательном участке в спорткомплексе на Тиманской многолюдно уже в 7 утра. И тут горожане приходят целыми семьями. Дарья и Константин Кондаковы воспитывают 5 детей. Старшая дочь учится в Санкт-Петербурге. Младших родители сегодня знакомят с избирательным правом на деле. А пришли мы с семьей, почему? Потому что дети интересуются, куда мы пошли, что такое выборы. Мы показали им, как это делается, как это проходится. Ну, малышки, просто так, ради развлечения, пока. Потом все равно, пускай знают. И всей семьей Кондаковы голосуют уже не в первый раз. С прошлых президентских выборов семейство подросло, но от своей, можно сказать, традиции ухтинцы не отступают. В 2018 году у нас было еще немножко поменьше в семье людей, поэтому уходили с тем составом, который был в 2018 году. А так, да, мы посещаем все выборы и участвуем в голосовании. Директор Центра творчества имени Генриха Корчевского Леонид Красноперов вместе с супругой тоже пришли голосовать с дочками. Младшая сама напоминала родителям о предстоящих выборах. У нас младшая дочка, она вообще имеет такую активную гражданскую позицию, она очень переживает всегда вообще за политику страны. И про выборы у нас младшая дочка говорила еще с декабря, когда она увидела баннеры. Она нам напоминала, что 17-го, 16-го, 17-го выборы, чтобы мы не забыли сходить. Однако семья педагогов пришла голосовать с 15 марта. Проигнорировать главные выборы страны ухтинцы не могут. От сегодняшнего выбора, от выбора любого гражданина Российской Федерации, нашей республики, нашего города, зависит, как громко бы это ни звучало, действительно, будущее нашей страны, будущее наших детей. Всей семьей на выборы, как на праздник, в Малице, национальной одежде коми-ижемцев. Так пришла на избирательный участок в Ижме семья Зотовых. В полном составе, к 8 часам утра. А после кто на работу, кто в садик, кто в школу, с чистой совестью. Гражданский долг выполнен. Анна Зубарева, Роман Кирпа, Олег Юшков, Павел Лагутин, телеканал «Юрган».